На прошлой неделе правоохранители составили 47 административных материалов на саровчан, которые уклоняются от оплаты штрафов. Согласно статье 32.2, их нужно погасить не позднее 60 дней со дня наложения. До августа 2023 года срок привлечения к административной ответственности за нарушение сроков уплаты административного штрафа составлял 90 календарных дней. После августа 2023 года данный срок был увеличен до 1 года. Некоторые водители, имеющие штрафы, ошибочно полагают, что за просрочку платежа ничего не будет. Однако это может привести к большим неприятностям. Автомобилиста могут доставить в отдел полиции или прямиком в суд для дальнейшего разбирательства. На должника могут наложить штраф в 2 раза больше изначального, назначить административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 5 часов. 22 февраля приблизительно в 13:30 на площади Ленина будет проходить информационно-профилактическое мероприятие под названием «Хороший водитель, настоящий защитник». То есть в ходе этого мероприятия члены отрядов ЮИД будут напоминать правила дорожного движения водителям и пешеходам. Но в основном данное мероприятие нацелено на водителей. По итогам 2023 года в Нижегородской области на 17% увеличилось количество аварий, которые случились по вине водителей автобусов. Также выросло число пострадавших. В связи с этим в Сарове пройдет рейд «Общественный транспорт». Инспекторы будут проверять соблюдение скоростного режима, загруженность автобусов и маршруток, наличие документов на перевозку и техосмотр. Дарья Кузина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».